Пациентка алтайского онкодиспансера выпала из окна. Об этом сообщает Политсибру со ссылкой на источник. Инцидент произошел накануне вечером. В результате падения женщина получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в реанимации. Известно, что недавно пациентка перенесла серьезную операцию, имея двоих маленьких детей. Была ли это попытка суицида или несчастный случай, правоохранительным органам еще предстоит разобраться. В Следственном комитете и в самом онкоцентре прокомментировать информацию отказались.